Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 10 уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Forms. Так, прежде чем мы приступим к теме урока, я немного скажу слов о элементах, которые я пропустил. То есть у нас будет урок о кнопке загрузки файлов, а я пропустил выпадающий список и выбрать несколько. Ну просто нет смысла вам объяснять, если вы все мои предыдущие уроки смотрите. Потому что смотрите, выпадающий список здесь уже из самого названия понятно, да? Какой-то выпадающий список, и здесь этот список можно задать. И здесь абсолютно те же самые настройки, что и в других элементах. То есть они очень похожи. Здесь только вот есть еще выбрать иконку. Просто здесь смысла нет объяснять, думаю, вы здесь уже справитесь. То же самое и выбрать несколько. Посмотрим настройки, здесь все то же самое. То есть объяснять смысла я здесь не вижу. Поэтому следующий элемент, который идет по очереди, на котором я хотел бы остановиться, это кнопка загрузки файлов. Давайте его и рассмотрим. То есть, смотрите, кнопка загрузки файлов, переносим к нам на форму, и уже из названия можно понимать, что при отправке формы человек может подкрепить какой-то документ, картинку, там, все что угодно. Давайте детально его рассмотрим. То есть, можем мы прямо здесь в режиме редактирования что-то загрузить, настройки его справа. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Смотрите, текст, заголовка. Здесь у нас по-английски, да? Напишем «прикрепить». Вот этот текст у нас «прикрепить». Описание можно добавить. Значит, обязательно ли это поле? Тут уже в зависимости от вашей формы и вашей темы, да, нужно ли делать обязательно или нет. А максимальный размер файла, вот здесь нужно быть аккуратным. Не нужно ставить большой размер. То есть больше 5 мегабайтов я не советую вам ставить. И типы файлов. Здесь тоже нужно быть аккуратным. Вы должны точно понимать, какой файл может быть нужен вам. Может быть это DOC файл, PNG, JPEG. И я вам сразу рекомендую удалить все файлы, которые здесь вам не нужны. То есть здесь через запятую просто ставится расширение того или иного документа, который будет разрешен здесь к добавлению. Если человек попытается загрузить какой-то вирус с каким-то расширением, которое не указано у вас в типы файлов, он просто не сможет его загрузить. Вот они все, в принципе, настройки. Давайте сохранимся и посмотрим на сайте, работает ли это. Переходим на сайт и давайте попробуем отправить форму. Заполнил поле email. Например, поставим вот здесь вот выбор и загрузить файл. Я выбираю с компьютера файл, который весит у меня 32 килобайта, JPEG-картинка. Открыть. Файл прикрепил и нажимаю «Отправить». Итак, заходим в свой электронный ящик, который вы указали в форме. И вот проверяем, как у нас все доходит. Email. Текстовое поле я не заполнял. Селектор я выбрал. И «Прикрепить». Вот файл прикреплен. Вы видите, картиночка здесь добавилась. То есть у нас все работает. Вот такой вот небольшой урок получился. Если он вам был полезен, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете.
я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.